Хочу вам сказать, родные, вы лучшие. От каждого человека, который тут находится, я что-то перенял. Кто-то сыграл в моей голове важную роль, за кем-то мне в кайф наблюдать и смотреть на ваш движ. Рискуйте, ошибайтесь, делайте. Научитесь смеяться на ваши въебы. Извлекайте выгоду из поражений и хуярьте, работайте, не опускайте руки. Жизнь идет, жизнь одна. Каждая ваша минута упущенная, как говно смытое в унитаз, которое ты уже не вытащишь. Все мои волки делают ау! Завоем. Не я начал. Каждая ваша минута упущенная, как говно смытое в унитаз. Всех приветствую на канале Акем69. Я, как вы можете по мне посмотреть, я недавно приехал с Сургута, но зачем мы тут собрались в великом зале закисления Нева 33? Сзади меня находится картиночка. Мы собрались здесь, чтобы проверить, кто самый сильный из Blood Crew Mafia в гирях. В честь выхода курса по гирям в домашних условиях. Мне кажется, все понятно, Саня выиграет. Я думаю, нет. Чего? Мой канал. Я выиграю. Надеюсь. Окей, собирай народ, пожалуйста. Акимба, Тимба. Кимба, Кимба, канал Кимба. Комба, я понял. Бомба, комба. Ну, нахуй, опять не убрал гири. Ёбаный того казино просто. Ну, уноси. Что за дела? Набирай. Мы вас позвали проверять вашу силу на гири. Первое упражнение – пронация. Кто дойдет дальше всех? Берем гири. Переворачиваем. Hey, I got the new dance for y'all called the Soulja Boy. You gotta punch, then crank back three times. Но периодически наступают те моменты, когда мы собираемся там с чуваками где-нибудь, где есть гири, и мы такие, о, давай по так перевернем, всяк перевернем. Чомба? 32. Саня сказал, что 32. Прикольная такая заруба, можно сказать, знаете, такие ярмарочного типа. То есть, когда есть гири, куча чуваков, и ты такой, вот так можешь, а сяк можешь. Так, шоу. Люблю худых, любых. Прикол попробую, насколько далеко, не давай. Так, по идее, вот так должно быть легче, да? Когда поглубже. Не-не-не. Саня должен больше. Да. Перевернуть. Ради Саня, давай сразу 32. Ради а давай в натуре 32 и все. Туда обратно. Нет, обратно не смогу. Есть? Да. Ножи. Do it! Придется, наверное, обосраться. Just do it! Он не обосрался. Ну, типа, потяжелее, но, наверное, 40 есть, да, где-то? Ну, да. Делать мы этого не будем. Нет. Мне интересно, сколько Кирилл сделает. Я хочу еще что-нибудь. Едем дальше? Да, конечно. Вышел курс на Blood Info с гирями от меня. Поэтому в честь выхода этого курса выходит данный ролик.
Короче, следующее упражнение, которое мы будем делать, мы посмотрели у вас на вступлении. Керим по 69. Я не помню, как это называется точно, но суть в том, кто больше соберет сумму из двух гирь. Вот таким образом. То есть одну вывести на угол, удержать, поставить желательно того же веса, зафиксировать и убрать. Грязненько. Да, было не строго. Был отца. Ну, я думаю, это считается. Считается. Прикольно, никогда такого не делал. Моя задача сделать больше, чем Виктор Игнатьев. Хорошо. Шатка валка. Хорошо. 9-6. А это как? 15-24. 37. Единственное, которое упражнение мне не нравится, это какое-то. Есть. Так, так. Тут 7 и 12, это сколько? 49. 49. Почти 50. А спонсором данного видеоролика является бренд спортивного питания Big S&T. Он всегда помогает, спасает, лечит и заживляет. Все ссылки в описании. Также для удобства на российских маркетплейсах есть данная продукция, поэтому ссылочка на Wildberries также в описании. А мы продолжаем. Ты так тяжело, я боялся, что ты не слушаешь. Я был ровный. Круто. Прикольное упражнение. Я думаю, там не было фиксации. Пацаны, короче, я так понял, что в армрестлинге можно быть сильным, если ты... Можно считаться сильным, если ты имеешь только сильные руки. Когда ты начинаешь чуть-чуть, вот шаг влево, шаг вправо, тебе нужно что-то чуть-чуть еще, начинается проблема. Все, я ответил на твой вопрос. Да, спасибо. Все, давайте пробуем сейчас. Давай. 53 съемок. Моя очередь? Твоя. Сейчас вы увидите. Мне тоже что-то захотелось. Здесь сейчас. Мы стараемся делать все по-честному, чтобы не только в нашу сторону. Вы стараетесь делать все по-честному. Поэтому даже в своих упражнениях мы проигрываем. Я не знаю, наверное, нет, да? Просто ставь ее долго. Но я больше не сделаю. Для меня это ужас. Нормально. Очень тяжело. Ну, прикольно. Прикольно, да. Мне понравилось. Каждое второе воскресенье в Нева 33 проходит день борьбы, поэтому ссылочка в описании, чтобы залететь в специальный телеграм-канал и понять, когда и во сколько, зачем, куда, любой противоположности, любой направленности. Вкратце и по существу. У вас у всех очень сильные пальцы, и мы придумали следующую. Смотрите, что делаем. Выводим только кисть. Кладем гантелю. Наша задача. Гантелю. Гирю. Опустить ее вниз. Зафиксировать. То есть мы подержали. И вернуть обратно. Все ушли. А, Саня, 16. Не. Кирилл. Вообще не варик. Не.
О, в обраточку. Нет, в обратку нет. С мужиками такое случается. Не часто, один разок из пяти. Вот. Ну, это тоже неплохо. Там думал, когда делал. Это сделать. Но у меня пальцы. Мне кажется, Аня должен сорвать. Не такие сильные. О, в этом. Изи. Да, прикольно, прикольно. Классное упражнение. Да, мне понравилось. Следующее испытание с гирей. У нас появилось новое приспособление в нашем зале, так как не все умеют лазить на канате. Это просто цепляем гирю и поднимаем. Кто больше поднимет вес, тот поднимет. Как вылететь из соревнования за 2 секунды? Попробуй. Да. Сколько тут? 40? Нет, 50. Давай, покажу тебя. Ну да, это почему-то легко было. А? Давайте я, короче, поешь 37, пробую сделать, меня перевернет и все закончу. Так это 50. А, сверху. Сверху? Ну давай. Это сколько будет? 87. Не, я уверен, что с поддержкой я сделаю больше сами. 100%. Железобетон. Я, наверное, соглашусь. Нет. Ну, что у нас сейчас опять ёбнется. Виктор Евгеньевич, на всякий случай там она может быть. Да не, вроде нормально. Тяжело по рукам? Ну, с того, что я сосу. Хорошо! Хорошо! Саня, я был прав, ты круче. Короче, охеренная заруба, и при том, что она довольно... Ну, не сказать, что это чисто армрестлерская заруба была. Да. Потому что обычно, если пацаны нас куда-то зовут, то это тяга верхнего блока, тяга нижнего блока, тяга среднего блока. Хочется сказать, что в данном курсе я от себя дам несколько прикольных упражнений, которые будут не то чтобы чисто армрестлерские, но они будут на общую физическую силу, которая подойдет к армрестлингу, поэтому приобретайте, залетайте курс. Вот, тем более пацаны мне половину выручки обещали, поэтому вообще с кайфом приглашаю вас. Спасибо. Все, всех обняли, всех подняли. Киримба, давай. Максимба, давай. Да, пацаны. Обнял, приподнял. Спасибо, классные гири, не забудьте с собой брать. Хорошо. Вы были на канале Акимба 69. Ставьте лайки, подписывайтесь. Все ссылки в описании. Телеграммы и магазины. Я, как обычно, всем про***. Ну ничего, позанимаюсь по курсу и стану сильнее. У меня есть телеграм-канал, ссылка в описании.